Теперь, друзья, обратим внимание на такой эксклюзивный ножик. Кожа, конский волос. И вот такой большой ножик. И тут рога сахатова, рукоять. Изюбр. По-якутски переводится как кулагай. Рога чубуко. Клеймо мастера 15 РВЛ. А тут дедушка Баянай. Так, ну, как видим, тяжелая рукоять. Ножик рабочий, ребята. Держится довольно удобно. Вот. Красиво смотрится. Даже замком. Так, помимо этого, Валерий, его так зовут, хозяин попросил оберечек пятиглазик для себя. Вот, бурдыка, что в переводе означает. Это носится внутри и снаружи одежды. Пятиглазка. Мощная. Мощный оберег. Вот такой упаковочке. И для семьи, для дома. Только краешком глазом покажу. Интрига, чтобы была. Вот. Переводится такой оберег как Сагалтумса. Лисий нос, кончик носа лисы. Грубо так. Для чего? Для хозяйства, чтобы деньги копились. Вот. И для удачи. Ну что, уважаемый Валерий, все три комплекта завтра отправлю, трек сброшу. Ехать далеко, в Германию. Вот. Кому интересно, пятиглазик, да и другие обереги, да и, собственно, ножик, рукоять такой. Пишем по WhatsApp. В общем-то, все. Заказывайте, мужики, заказывайте.